Добрий вечір. Виніки минулих 7 днів у програмі «Новини тижня» на телеканалі «Білорусь-4». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у випуску. Сьогодні у Білорусі означається «День юриста». На гэтым тыдні Гомель прыняў эстафету рэспубліканскай акцыі «Інклюзіўная Беларусь». У аблвыканкаме прэзентавалі інтэрактыўны календар падзей рэгіёна на 2017 год. Прамысловы турызм плануецца развіваць на прадпрыемстве «Гомсельмаш». Аб пытаннях прафілактыкі і жыцця з дыягназам СНІД – наша актуальнае інтэрв'ю. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. І пачнем выпуск з адной з цэнтральных падзей гэтага тыдня. Гомель прыняў эстафету рэспубліканскай акцыі «Інклюзіўная Беларусь». Яна прысвечана тэме равенства. Галоўная мэта – прадастаўленне роўных магчымасцяў усім людзям, незалежна ад узросту, полу, этнічнай прыналежнасці і стану здароўя. У цэнтры ўвагі людзі з абмежаванымі магчымасцямі. У прыватнасці, падчас круглага стала абмяркоўваліся пытанні стварэння безбар'ернага асяроддзя. Апрача таго, у рамках акцыі былі арганізаваныя спартыўныя спаборніцтвы, у тым ліку турнір па тэнісе для людзей са слабым зрокам і спартакіяда па 4 відах спорту сярод інвалідаў-калясачнікаў. Яшчэ адна катэгорыя людзей, праблемы якіх абмяркоўваліся падчас кампаніі «Інклюзіўная Беларусь» – бежанцы. Зараз на тэрыторыі Гомельскай вобласці знаходзяцца прадстаўнікі некалькіх краін, прычым усе пытанні іх жыццядзейнасці знаходзяцца на пастаянным кантролі міжнародных арганізацый. So, of course, it goes with children going... Те вопросы, которые такие проблемные, это, естественно, адаптация. А адаптация для детей – это школьное образование, для взрослых – это трудоустройство, это доступ к медицинскому обслуживанию. Это те вопросы, которые не решаются за один день, и поэтому мы приезжаем сюда регулярно. Центральной подеей акции «Инклюзивная Беларусь» у Гомеля стало подписание погоднения об долучении в области до Конвенции устойливого развития в плане створения ровных умов для всех категорий насельництва. У ближайший час акция отрымает протяг. Плануется, что у студии наступного года у Гомеля пройдет шерох мероприемств, накированных на супрацьдеяние гандлю людьми. Дарэчы, даведацца пра важныя падзеі ў жыцці рэгіёна зараз стала прасцей. У аблвыканкаме на гэтым тыдні прэзентавалі інтэрактыўны календар на 2017 год. Ён прадстаўляе сабой спецыяльную рубрыку на афіцыйным сайце аблвыканкама gomel.biz.region.by і размешчаны на галоўнай старонцы. Праект падрыхтаваны, каб павысіць інфармаванасць жыхароў, сяброў і партнёраў аб галоўных падзеях у розных сферах жыцця рэгіёна. Назвы мерапрыемстваў аформлены ў выглядзе спасылак, па якіх можна перайсці на сайты арганізатараў, звязацца з імі і ўдакладніць інфармацыю. Сёння сваё прафесійнае свята адзначаюць беларускія юрысты. Статус афіцыйнага яно атрымала ў 1998 годзе і з тых часоў адзначаецца ў першую нядзелю снежня. З паспяховымі прадстаўнікамі гэтай шматграннай і часам непрадказальнай прафесіі сустрэліся нашы карэспандэнты. Профессия юриста шмат гадоў уваходзіць у топ-10 самых популярных не только у Беларуси, але и во всем свете. У Гомельской области у сферы юстиции и правосудия сегодня працуе каля 1300 человек. И все у разных накірунках – от адвокатуры до отдела у ЗАГС. Дарэчы, у нашем регионе юристов рыхтуе 2 ВНУ, и конкурсы у них досягают 20 человек на место. Очень гибкая профессия, потому что законы же меняются каждодневно. И мы, вот что нам придает возможность быть такими, какими мы есть – мы вечные студенты. Вот сейчас говорят, что очень много юристов. Много, действительно. Но ведь в профессии можно стать первым даже среди огромного количества людей. Для этого только надо приложить силы. Гэты рэцэпт старшыня Гомельскай абласной натарыяльнай палаты Маргарыта Жорава прымяняе і ў сваім жыцці. Удастоена шматлікіх узнагарод. У прафесіі ўжо 36 гадоў. За гэты час пераканалася, гэта не проста работа з паперамі і законамі, а ў першую чаргу з людзьмі. Таму ва ўсіх юрыдычных прафесіях важна не толькі уважлівасць, сур'ёзнасць, адказнасць і прынцыповасць, але і ўменне разбірацца ў чалавечых якасцях. Наша работа, работа юриста, сроднее профессии врача, но к врачам люди приходят с физической болью, а к нам, адвокатам, приходят люди с душевной болью, потому что, как правило, к нам обращаются, когда у людей возникают какие-то проблемы, когда очередное дело провел и у тебя все получилось, это вот в этом черпаешь вдохновение и видишь, что работа выполнена не зря.
Юрысты – это не только консультанты. У синей форме и погонах их можно сустреть у органах прокуратуры и следства. Им доводится расследовать самые заблытанные справы, сутыкаться со злочинцами и урешти-решт обновлять справедливость. Каждое уголовное дело не похоже. В своей, конечно, служебной деятельности, работая сотрудником, рядовым сотрудником, следователем, выбывая на место происшествия, мне судьбой не было уготовано применять табельное огнестрельное оружие. Но наши сотрудники сталкиваются с такими моментами. Аркадий Трацяку профессию юриста брал 20 годов тому. Кажа, мару про это с детства и об своим выборы ни разу не пошкодовал. Подобный лёс и у старшего прокурора Людмилы Зызник. За плечима 14 годов стажу. Эта работа очень нелегкая и она должна быть интересна изначально для того, чтобы человек хотел ею заниматься, чтобы было желание ежедневно расследовать какие-то уголовные дела либо участвовать в каких-то сложнейших процессах в судах. Юристы не только шукают злочинцев, обороняют правы невиноватых и контролируют захование законов. Некоторым досталась роля больше романтичная – сполучать закаханные пары шлюбом. Жанна Игнатенко у гэтым амплуа 15 годов. И у весь гэты час на працу ходит, як на свято, у прамым сэнсе. Дякуючы ёй, свои адносіны узаконілі амаль 600 пар. Очень приятно в городе, с тобой здороваются молодые люди. Здравствуйте, как вы поживаете? А вы нас расписывали, или вы у нас ребеночка регистрировали. То есть практически мы вхожи в каждый дом, в каждую семью. С нас, с нашей работы начинается летопись семьи. Адвокат, прокурор, нотариус, следчий и работник ЗАГСа. Специальность у шмат, сутность одна. У всех это люди юристы. Часом у их працы есть рызыка и небеспека, а часом радость и счастье. Але у любым выпадку яны завсёды стоять на обороне право и законных интересов каждого из нас. Ганна Ковалева, Алена Василюк, Игорь Марышченко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Промысловый туризм планируется развивать на предприятии «Гомсельмаш». Незвычайный вид туристических послуг набирает популярность во всем свете. У Беларуси он пришел совсем недавно. Первые спробы его организовать показали. Людей цікавить технологичный процесс. Сегодня уже можно увидеть, как робят алмазы и варят пиво в столичном регионе. А теперь еще и то, как собирают комбайны у Гомеля. Подробнее об этой и інших новинах у экономичном огляде Марины Северьяновой. Промысловый туризм – это еще и способ рекламовать свою продукцию. Зараз идут перемовы с турагентствами по включению Гомсельмаша у туристичные маршруты. Поспехи есть. Некольки дён тому тут побывала группа туристов из Украины. А с 1 студеня промысловый туризм поставить на конвейер. Для студентов экскурсию будут проводить бесплатно. Дарэчы, для многих из гэтых молодых людей Гомсельмаш – потенциальное место працы. Никогда мне раньше не приходилось бывать на таких крупных предприятиях Республики Беларусь. Конечно, очень много нового я увидел здесь. Это те же станки, которые мне раньше доводилось видеть только в учебных мастерских. Действительно, масштабы просто поражают. Мы работаем, скажем, по первому звонку. Если есть такая группа, которая хотела бы нас посетить, ориентир мы делаем на то, чтобы сформировать, во-первых, представление о том, что сегодня представляет из себя холдинг «Гомсельмаш». Холдинг «Гомсельмаш» – это более 14 тысяч работников. И многие даже не знают о том, что на сегодняшний день производит холдинг «Гомсельмаш». Дальше холдинг «Гомсельмаш» отправил первую партию бавоуноуборочных комбайнов у Камерун. Машины будут доставлены в Украину при кладно праз месяц. До гэтага часу туды выйдуць спецыялісты гомельскага прадпрыемства, каб падрыхтаваць тэхніку да работы, а таксама прыняць удзел у яе выпрабаваннях. Пачатковы этап супрацоўніцтва прадугледжвае дэтальную праверку функцыянальнасці камбайнаў ва ўмовах гарачага і вільготнага клімату. Акрамя таго, запланаваны спецыяльны семінар з дэманстрацыяй магутнасцяў машыны для патэнцыяльных дылераў суседніх краін Заходняй Афрыкі, ці ёсць вялікія плантацыі бавоўніка. Гэта Малі, Кот-д'Івуар, Тога, Бенін. Там асноўная частка бавоўны убирается уручную. Комбайны «Гомсельмаша» специально пристосованы для уборки этой рослины и позволят шматкратно повеличить продукционность працы. И еще одна подея у промысловой сферы. Шарховый вытворший поспех жлобинских металлургов. Натерминово на проектную могутность вышел дробно-сортно-дратяный стан белорусского металлургичного завода. Новый прокатный стан увели в эксплуатацию в вересне 2015 года. Выйти на проектную могутность по месячной вытворчести необходимо было до конца этого года. Однако жлобинские металлурги справились с задачей худшей. Означаем, что вся продукция вырабляется под заказ конкретных споживцов. Жлобинский прокат поставляется Украине Европы и Полночной Америки.
До інших економічних новинок. У Білорусі встановлена нульова пеня за протерміновку оплати жильово-комунальних послуг за укоренення єдиної інформаційної системи. Відповідне рішення замацовано Советом міністрів Білорусі. Пеню не треба буде платити, коли за квитанції, які прийшли пізніше, не своєчасово або не у повному об'ємі унесені платежі за комунальні послуги, за користування жилим помешканням або за електроенергію, яка тратиться на освітлення допоможних помешканню і роботу обсталювання, у тому ліку ліфтів. Така норма введена только на певные периоды. Так, за кастрычник она подолжена до 5 снежня, за листопад до 5 студеня. Деяние постановы не распавсюживается на претерминованную запозычанность, утворенную на 6 листопада, 6 снежня и 6 студеня. И еще одно удокладнение. При переразлику пеню за лишние пераличенные суммы вертать не будут. Их заличить у рахунок будущей оплаты за жилево-коммунальные послуги. Працоўныя пенсіі ў Беларусі павысіліся з 1 снежня. У выніку пераразліку выплаты павялічацца ў сярэднім на 5%. Сярэдняя пенсія ў номінальным выражэнні складзе 298 рублёў 19 капеек. Пры гэтым памер павышэння пенсіі ў кожнага пенсіянера будзе залежаць ад індывідуальных параметраў стажу работы і велічыні заробку да выхаду на пенсію. Міністерство по податках і зборах пропонує поширити перелік видів діяльності, які не відносяться до предпринимательства. Норми предугледжує новий проєкт указа, накерований на притягнення незайнятого насильства у легальний бізнес. У приватності перелік планується доповнити такими видами діяльності, як ремонт годинника і обутку, витворчість вопротки, головних уборів і обутку з матеріалу заказчика. Сюди ж можуть включити ремонт і відновлення хатньої меблі, а так само настройку музичних інструментів, розпиловку і колку дров, погрузочно-розгрузочне роботи. У спіс трапять тинкувальні, малярні, шкляні роботи, уладкування покриттів подлоги, обліцовка стін, кладка і ремонт печів і камінів. За гэта фізічні особи обов'язані будуть платити єдиний податок. Зараз без проходження процедури державної реєстрації у якості індивідуальних предпринимальників самостійно можна займатися 18 видами діяльності. У протяг теми. Гомельський обласний совет депутатів затвердив нові єдині податки, які у наступному році будуть виплачувати індивідуальні предпринимальники і фізичні особи. При гэтым памір ставки залежить від населеного пункта. Самим великим ён буде у Гомелі. Затверджені податки тычаться індивідуальних предпринимальників, які займаються гандлем товарами, працюють у сфері громадського харчування, а так само оказують споживецькі послуги. Самі великі суми – 336 рублів у місяць – прийдеться платити ІП з обласного центру, які доставляють автотранспорт. Транспортные сродки за межу в Беларуси. Самые низкие податки – 14 рублей, предугледжены за оказание послуг по уходу за домашними живелами. В налоговом кодексе были продиктированы базовые ставки единого налога на 12,6% с учетом предстоящей инфляции, которая была заложена. Поэтому и такую же норму мы выдержали в нашем решении, то есть проиндексировали на 12,6% в среднем. Марина Сівер'янова, телерадіокомпанія «Гомель». На гэтым тыдні адзначаўся сусветны дзень барацьбы са СНІДам. Колькі жыхароў Гомельшчыны сёння жыве з гэтым захворваннем? Наколькі сучасная медыцына здольная з ім змагацца? І ці магчыма ў будучыні з'яўленне вакцыны? Актуальныя пытанні па гэтай тэме наш корэспандэнт Ганна Кавалёва задала кандыдату медыцынскіх навук Алегу Суятнову. Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Николаевич, вот скажите, какова на сегодня картина заболеваемости в Гомельской области? В Гомельской области на 1 декабря проживает с ВИЧ-положительным статусом 6780 человек. В последние 3,5 года в связи с введенным дополнительным дифференцированным скринингом, конечно же, отмечен рост выявляемости. Но это и обосновано, так как мы увеличили скрининг, отсюда и результаты. Но это было и необходимо. Поэтому сегодня мы пока что имеем рост. Олег Николаевич, если говорить о причинах, по которым заболевание распространяется сегодня в Гомельской области, вот какие из них самые главные, самые основные? В последние несколько лет, а это уже можно назвать десятилетие, начиная с 2004 года даже, половой путь инфицирования стал превалирующим, и по результатам 10 месяцев текущего года удельный вес полового пути инфицирования составляет 94%. А если говорить о возможностях медицины, о препаратах для ВИЧ-инфицированных, вот насколько они сегодня действительно могут помочь таким людям? Медицина и развитие медицины по проблеме ВИЧ-инфекции, в частности, в вопросах лечения, сегодня не стоит на месте. Если в начале 80-е годы был один препарат, азитотимидин, сегодня это
комбинация препаратов. И результат, будем говорить так, увеличилась продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных, ВИЧ-позитивных людей. Сегодня ВИЧ-инфекция из разряда неизлечимых заболеваний приобрела статус хронического. А, может быть, наглядно, например, насколько увеличилась продолжительность? Вы знаете, где-то на десяток лет и более. Мы имеем сегодня такие случаи, когда более 20, уже есть в мировой практике 30 лет живут и так далее. И это действительно достижение. К сожалению, пока что вакцины от ВИЧ-инфекции сегодня не существует. Ведутся многие разработки, разного рода есть как бы вакцины, которые испытываются, да? Есть определенные результаты, ведь вакцины есть и терапевтические, то есть лечебные. Но чтобы такой вот радикальной вакцины, которая бы защищала человека от ВИЧ-инфекции, на сегодняшний день пока что нет. Расскажите, сколько с начала, скажем, этого года родилось детей от ВИЧ-инфицированных женщин? Вот за истекший период этого года 107 деток родилось от ВИЧ-позитивных матерей. Вы знаете, последние годы, вот 15-й год, 14-й год, мы не отмечаем случаев передачи ВИЧ от ВИЧ-позитивной матери своему будущему ребенку. Предыдущие годы были, да, были случаи. Но я так понимаю, что существуют какие-то правила, которые должна знать и соблюдать любая женщина со статусом ВИЧ, чтобы родить здорового ребенка. Расскажите, какие это правила? Ну, вы знаете, даже ВИЧ-позитивной беременной женщине, как и любой беременной женщине, в первую очередь нужно слушать своего доктора, те рекомендации, которые он выдает. А плюс ВИЧ-позитивной беременной женщине нужно ведь еще соблюдать график и прием противовирусных препаратов. Это очень важно. Почему? Потому что своевременный прием препаратов, не прерывая этот курс профилактики, таким образом мама, будущая мама, она профилактирует передачу ВИЧ своему будущему ребенку. И это эта женщина должна понять. И в большинстве случаев в последние годы вот мы наблюдаем действительно понимание со стороны ВИЧ-позитивных беременных женщин, которые планируют беременность, у которых есть беременность и так далее. А скажите, а где вообще сегодня можно пройти тест на ВИЧ? Можно пройти в любом лечебном учреждении Республики Беларусь, где есть процедурный кабинет, где возможен забор крови. Олег Николаевич, скажите, возможно ли такое, что в ближайшем будущем в наших аптеках появятся, скажем так, индивидуальные какие-то экспресс-тесты на ВИЧ, которые может купить любой желающий, прийти домой и вот там проверить свой статус? Сегодня используются экспресс-тесты во время проведения акций каких-то. Допустим, вот была акция «Касается всех», даже кого не касается, если вы помните. Вот там используются экспресс-тесты. Они закупались целенаправленно. Я думаю, что в ближайшее время не появится. Насколько это будет оправдано, я думаю, что это будет оправдано, но никто не запрещал эти тесты, они не запрещены. И это, в принципе, решает аптечная сеть. Если ей это выгодно, она это дело реализует. Но, по большому счету, мы не против этого. Наоборот, население должно быть мотивировано на то, чтобы знать свой ВИЧ-статус. Но хочу предупредить, что экспресс-тест, его нужно воспринимать, ну, как бы философски. Если даже положительный результат, то нужно потом все-таки дообследоваться, прийти к нам на улице Моисеенко, 49, в отдел профилактики ВИЧ СПИД, и обследоваться уже на других тест-системах. Что ж, спасибо вам большое, что вы нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Международному дню инвалидов, який означался 3 снежня, на Гомельщине просвятили шматлікие творчие мероприемства. Люди с обмежеванными махчимостями представили свои рукотворные работы, а так само вокальные, хореографичные и театрализованные нумары. У Добруши, например, отбылся масштабный международный фестиваль творчести сярод инвалидов «Мы разом». Больш подробязно об этой и інших подеях культурного життя региона расскажет Вероника Ворошилина. Международный фестиваль творчества «Мы разом» объединял людей с особенностями психофизического развития с 12 районов Гомельщины, а так само приграничных областей России и Украины. Оригинальные по своей задумке, выполнение рукотворные экспонаты, вышитые ляльки, картины, соломяные вырубы можно было увидеть на тематичной выставе. На сцене удельники демонстрировали свои творческие здольности у разностайных эстрадных жанрах. Они представили яскравые вокальные композиции, хореографичные нумары и театральные интерпретации ведомых казок и песен. Тут нема призовых мест. Организаторы мкнутся кожного отзначить памятным подарунком. Для многих выход на сцену – это уже великая перемога над собой. А у Гомеля тем часом отбылась премьера спектакля под назвой «Ён не такі, як усе». Артисту увасобили на сцене корональную историю маленького ваверчаняти, який народился не таким, як усе. Таким чином детям подается идея об инклюзивной адукации. Ее поспех шмат у чым залежить от ставления одноклассников до школьника-инвалида. Это своеобразный урок добрыни и разумения.
У Гомелі на гэтым тыдні адбылося ўрачыстае закрыццё другога форуму класічнай музыкі, аб'ядноўваючы культуры. Ён праходзіў у горадзе над Сожам на працягу амаль тыдня і суправаджаўся правядзеннем адукацыйных майстар-класаў, цікавых творчых сустрэч з беларускімі музыкантамі, а таксама серыі канцэртаў. Падчас фінальнай праграмы ў выкананні Гомельскага сімфанічнага аркестра аматары высокага мастацтва пачулі запальны і непаўторны лацінаамерыканскія рытмы. У гэты вечар класічныя кампазіцыі аркестр выконваў пад кіраўніцтвам першага сакратара посольства Балеварыянскай Рэспублікі Венесуэла ў Рэспубліцы Беларусь Герарда Эстрада. У обласным центре завершается подрыхтовка до проведения другого областного конкурса «Миссис Гомель». Его удельницами станут сапраўдные леди, которые находятся у шлюбе и мают детей. Уже на протягу трех тыдняў гомельские прыгажуні рыхтуются до конкурса у режиме нон-стоп. Займаются не только дефиле и хореографией, але и у тренажерной зале. Головная миссия конкурса – пропаганда престижу матерынства и дала миру добра и прыгажости. Имя «Миссис Гомель» 2016 станет вядома 8 снежня, когда конкурсантки выйдут на сцену областного драмтеатра и продемонструють усе свои таленты. Вероника Ворошилина, телерадиокомпания «Гомель». І аб спорті. На наступным тыдні баскетбалісты Гомельскага абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву па гульнявых відах спорту правядуць дзве гульні чэмпіянату Беларусі. У Гродні гамельчане 9 і 10 снежня сустрэнуцца з камандай Прынёмання. Каманда «Гацар» зараз замыкае табліцу чэмпіянату. Аб іншых спартыўных падзеях наступных 7 дзён раскажа Максім Савін. У жаночай каманды «Гомель-Сож» справы ў чэмпіянаце Беларусі па баскетболі ідуць лепей. Гамельчанкі ў сярэдзіне турнірнай табліцы. На наступным тыдні «Сож» праведзе тры гульні. У сераду дамашняя сустрэча з брэсцкай камандай «Цар Вікторыя». На выхадных ваяжу Гродна. У суботу гульня супраць Алімпіі, у нядзелю супраць гродзенскай Вікторыі. Чарговыя матчы на наступным тыдні пройдуць і ў хакейным чэмпіянаце Беларусі ў экстралізе. «Металург» і «Гомель» адправяцца ў сталічны рэгіён. 8 снежня «Сталівары» сустрэнуцца з «Юнацтвам», а «Рысі» з «Салігорскім шахтёрам». 10 снежня «Гомелю» маладзечна згуляе з мясцовым «Дынама», «Металургу» – «Салігорску» з шахтёрам. У міні-футбольным чэмпіянаце блізіцца да заканчэння першы круг. На наступных выхадных у чарговым 14-м туры балельшчыкаў чакае некалькі вельмі цікавых супрацьстаянняў. І бадай самай прынцыповай абяцае стаць сустрэча сталіцы ВРЗ. Абедзве каманды знаходзяцца на вышэйшых радках турнірнай табліцы. Гульня адбудзецца на паркеце «Мінчан». У Гомелі пройдзе яшчэ адна сустрэча з прывабнай афішай. БЧ чакае госці «Лідсельмаш». Агракамбінат «Паўднёвы» ў 14-м туры адправіцца ў Мінск, дзе згуляе з «Мапідам». Светлагорскі ЦКК у Брэсце сустрэнецца з аматарам. Максім Савін, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. І на гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Усяго вам самага добрага і да новых сустрэч у эфіры.